Без экономической свободы нет и не может быть никакой другой свободы. Это говорила Маргарет Тэтчер. И была, в общем-то, честно говоря, права. Людей сначала нужно, по всей видимости, накормить, а потом обсуждать с ними перспективы будущего. В студии Харда сегодня был Андрей Пальчевский, а я прощаюсь с вами и напоминаю, берегите себя, берегите своих близких. Наше тяжелое время – это самое важное. Увидимся завтра.